Добрый день, уважаемые друзья! Канал «Настоящий Узбекский» приветствует вас. И в нашем сегодняшнем видео мы покажем вам полет самолета Аэробус 340 из Ташкента в Ургенч. В данном видео вы увидите такси, тейк-офф и ландинг в аэропорту Ургенч. Итак, Аэробус 340, аэропорт, международный аэропорт города Ташкент. Вы видите как раз руление на взлетно-посадочную полосу. Полет из Ташкента в международный аэропорт города Ургенч длится примерно 1 час 15 минут. Город Ургенч – это административная столица Хорезмской области и находится примерно в 1000 километрах от города Ташкент. Парк национальной компании Узбекистан Хавой Лари, узбекские авиалинии Узбекистан Airways, состоит из современных воздушных суден, таких как Airbus и Boeing. Итак, самолет готов к взлету. Набирает скорость и взымает ввысь над городом Ташкент. Во время полета мы также сняли виды из иллюминатора. Можно видеть горные хребты, озера, искусственные водоемы. А на подлете к городу Ургенч Хорезмской области, так как она находится в пустынной местности, Кызылкумы, Каракумы, то видно в основном степь, пустыня, также засоленная почва в связи с высыханием Аральского моря. Итак, мы уже подлетаем к городу Ургенч. Внизу видна река Амударья. И наш самолет начинает потихоньку снижаться. Всего в Узбекистане 11 аэропортов международного уровня и рейсы с
совершается из города Ташкент. Местные рейсы из города Ташкент почти во все крупные города Узбекистана, где имеются аэропорты. Столица Хорезмской области, город Ургенч, за последнее время тоже сильно преобразовался. Тут возникли новые парки, новые улицы, аллеи. И весь город очень сильно изменил свой облик и облагородился. Естественно, в основном туристы летят в Хорезмскую область для того, чтобы навестить исторический город Хива, который называется музеем под открытым небом. Город Хива расположен всего лишь в 25 километрах от Ургенча. Так наш самолет заходит на посадку. Вот уже видна взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Ургенч. Мягкая посадка, и мы уже в аэропорту города Ургенч. Большое спасибо за ваше внимание. Это был перелет из города Ташкент в международный аэропорт Ургенч самолетом Airbus 340. Большое спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Надеемся, наше видео понравится авиалюбителям. До свидания. Волчья, гордящий добро.